Троллейбусы Троллза 52-64 столицы появились в Пензе в 2000 году в количестве 5 штук. В те годы мэр города подвергся критике за их высокую стоимость, в то время как в соседнем Саранске за ту же сумму было закуплено 30 троллейбусов модели ЗИУ-682. Пришедшие машины были распределены по трем депо, по две в первое и второе, и одна в третье. Они вышли на маршруты 2, 5, 6, 7 и 10. В 2005 году в связи с закрытием депо в центре города были распределены машины и маршруты. В частности, две Троллзы столицы были переданы в третье депо в Кривозерье, которое позже стало первым. Впоследствии Троллзы столицы были замечены на разных маршрутах. Не было их разве что только на третьем и 11 маршрутах. Первая машина, которая начала обратный отчет эксплуатации этой модели, стала 1431. В декабре 2012 года произошло возгорание низковольтной цепи, в связи с чем машина долгое время простояла в депо и была списана позже. В 2013 году начался процесс расформирования депо номер 1, что в Кривозерье. В связи с этим во второе депо была передана Троллза столица за номером 1429, которая проработала вплоть до полного объединения в единое депо на проспекте Победы. В 2014 году была передана последняя столица, она же, по иронии судьбы, стала последней ходовой столицей в городе. Проработала она до 2016 года. В 2017 году у столиц появился шанс остаться целыми. Так, коллекционеры музейной техники из Москвы были заинтересованы в покупке троллейбуса за номером 1073, однако им по непонятным причинам было отказано. И в этом году столица была списана и порезана. В 2017 году троллейбусы Троллза столица в Пензе навсегда ушли в историю.